Всем привет! А вы знаете, что отличает мужчину от нет мужчины, грубо говоря? Я, конечно, все понимаю, там может быть действительно наличие там вторичных половых признаков и прочее, но оказывается нет. Если у мужчины есть пивной живот, это не мужчина. Что же мужчину делает мужчиной еще до его рождения? Его величество тестостерон вот в таком теле тестостерон просто нет места. Скажу как есть. Все их выпендривания, все их вот эти разделения на мужчину, не мужчину, закончатся ровно тогда, когда у него на счету будут бабки. Если бы у дяденьки с пивным пузиком был бы какой-нибудь миллион долларов, любая бы сказала: он мужчина, он настоящий мужчина, особенно если бы он тратил на нее баблишко и ничем ей не отказывал. Так что весь этот тестостерон, пузико, не пузико, это все полная фигня. Для баб в основном реально все решают бабки, а остальное это все отмазки у них.